вами рубрика «Познавайка» и я, Артем Козлов. Мы сейчас узнаем роль цифры под названием «ноль». Ноль не удержать в руках и не ощутить никак. Ноль что значит? Ничего не прибавишь от него. Каково его лицо? Ноль похожий на яйцо. Детский шарик надувной, он напомнит нам с тобой. Ни иголкой лопнуло, но порой всесилен он. Ноль без палочки, друзья, принимать всерьез нельзя. Так обычно говорят про никчемнейших ребят. Справа ноль поставь сейчас. Цифра сразу в 10 раз увеличивает вес, нарастает до небес. И чем больше там нулей, больше числа и сильней. Единицу в миллион превратит мгновенно он. И волшебник он маг, без него нельзя никак. Всем пока, смотрите следующую цифру. Завтра в 1:00 по местному времени познавайка с городским домом культуры национального творчества. Всем удачи и пока-пока!